Приветствую всех фанатов современной донной ловли. С вами ваш Алексей Фадеев. Сегодня я хочу поговорить с вами об оснастке Running Feeder. И связано это с тем, что в России с 2014 года ловля на донную снасть стала официальным видом спорта, а оснастка Running Feeder является единственно разрешенной международными правилами оснасткой. В связи с этим мне на почту, в социальных сетях приходит много вопросов и просьб с тем, чтобы я продемонстрировал, как я лично вяжу оснастку Running Feeder для своих соревнований. Поэтому с удовольствием вам ее продемонстрирую, расскажу о том, как с ней нужно правильно ловить, ну и постараюсь поймать несколько рыб, тем самым укрепив вашу веру и вашу уверенность в том, что эта оснастка эффективна как на соревнованиях, так и на обычных любительских рыбалках. Итак, покажу вам, как лично я вяжу свою спортивную оснастку Running Feeder. После того, как я провел леску через все колечки, вот она в конце выведена, первым делом я на нее сажаю вертлюжок застежкой. Вот мой вертлюжок застежкой. Как вы видите, он ничем не блокируется, то есть сзади нет никакого поплавочного стопора или еще какой-то фиксирующей бусинки. То есть сразу же закрепляется вертлюжок застежкой. Теперь необходимо следом за вертлюжком на леску посадить резиновый отбойничек или буферную бусину из плотной резины. Следом на леску сажается поплавочный стопор. В принципе, сейчас уже в свободной продаже производители стали делать так называемые удлиненные стопоры специально для фидерной ловли. Для чего именно он нужен, расскажу чуть позже. То есть я использую специально удлиненный стопор длиной в 1 сантиметр, тоже из прочной резины. То есть конструкция выглядит следующим образом. Вертлюжок с застежкой, буферная резиновая бусина и удлиненный поплавочный или фидерный стопор. Желательно, чтобы вот этот стопор был достаточно крупным. Чуть позже я расскажу о важности каждого из этих элементов, пока мы вяжем оснастку. Теперь я стягиваю вертлюжок застежкой, бусину и стопор от конца лески на расстояние в метр. Далее этот участок делю пополам. Ну, то есть получается по 50 или по 40 сантиметров. Леска загибается, и в конце нее, то есть складывается вдвое, я вяжу маленькую петельку. Теперь эту петельку я фиксирую у себя во рту. Конечно, этот вариант выглядит немного не гигиенично, но вы можете зацепить это за гвоздик или за какой-то еще элемент вашего оснащения. Это не главное. Главное, что теперь мы приступаем к изготовлению скрутки антизахлеста. Так, эта скрутка выполняет миссию антизахлеста вашего рабочего поводка, потому что сюда в петельку потом будет крепиться рабочий поводок. Количество витков может быть совершенно произвольным. Все зависит от того, какую длину скрутки вы хотите получить. Обычно в моем Running Feeder длина скрутки без петелечки редко превышает длину в 15 сантиметров. Скрутка сделана, фиксирую в этом месте ее узлом восьмерка. Окончание лески срезаю или откусываю кому как угодно. Теперь стопор стягиваю к узелку. Буферную бусину силиконовую натягиваю на стопор. К вертлюжку застежкой креплю кормушку. Сейчас я прикреплю грузик, так будет просто нагляднее, чтобы не крепить массивную кормушку. Петелька, скрутка, силиконовый стопор, буферная бусина, вертлюжок с застежкой, на котором висит в данном случае грузик. Раннинг – это бежать, это ход, свободный ход. И как вы видите, благодаря вертлюжку кормушка или грузик свободно проходит. То есть они совершают движение не блокирующее. И это можно довести до такой степени, что грузик дойдет чуть ли не до вершинки квивертипа. Такая система разрешена только потому, что при условии рыбалки, если здесь произойдет обрыв, ну, вблизи оснастки, то рыба, оторвавшись со скруткой, ну, и с этими элементами, она свободно освободится потом от крючка. А если оснастка будет жесткой, то есть вот здесь будет, например, еще стопор, то от кормушки тяжеловесной она вряд ли освободится и погибнет. Данная оснастка просто имеет элемент гуманности, то есть она обеспечивает сохранность рыбы при обрыве оснастки. То есть кормушка всегда останется лежать на дне, а вот от этого элемента, от крючка, от скрутки, ну вот от этих практически ничего не весящих элементов рыба свободно освободится. Именно поэтому по международным правилам это единственная разрешенная оснастка. Теперь пару деталей и нюансов. Для чего нужен силиконовый отбойник? Для того, чтобы кормушка тогда, когда она ходит по леске, не ударялась об узел и не разбивала его, и не разрушала его. Для чего нужен силиконовый стопор? Для того, чтобы блокировать вот этот узел, этот участок, для того, чтобы кормушка не пролетала к скрутке, ну, чтобы оснастка не деформировалась. Скрутка нужна для того, чтобы поводок не запутывался, потому что сюда методом петля в петлю крепится поводок, чтобы он имел боковой отвод. Главное еще такой момент, что длина скрутки больше на 2-3 сантиметра от кормушки или грузика. Это опять же будет предотвращать запутывание. То есть если я сейчас прицеплю сюда кормушку, то вы видите, в моей оснастке все правильно. То есть у меня, если я стягиваю скрутку, нижняя петелька ниже даже более чем на 3 сантиметра, на целых 5. В этом нет ничего страшного. Вот оснастка Running Feeder в действии. В принципе, с этой оснасткой, так уж она разрешена по международным правилам, можно ловить все виды рыб. Вообще она взята из классической английской ловли карпа, потому что придумали эту оснастку англичане, и на коммерческих водоемах она, безусловно, работает лучше всего. С ней классно ловить и лещей, и плотву, и густеру, и так далее. Главное, чтобы кормушка, если обрывается, оставалась на дне, и рыба сохранялась. Теперь покажу, насколько чутки поклевки с этой оснасткой. Поймаю рыбку, и вы будете уверены в том, что эту оснастку нужно применять в своей практике. те, кто любили ловить на петлю Гарнера или на несимметричную петлю, вначале, я думаю, были не очень довольны тому, что Running Feeder стала той оснасткой, которая единственно приемлема для спорта. Но тогда, когда вы немножко ей половите, вы поймете, что она вполне себе имеет право на жизнь, и ей нужно ловить, потому что каждая пойманная рыба или не пойманная рыба будет сохранена в целостности и сохранности. А, классный карп!